Ну, Игорь Михайлович же говорил, что мы некоторым образом готовились к этой войне, понимали, что она случится. И брали некоторые уроки у специалистов, которые прошли ряд последних войн. И по теории, и по практике. Они почему-то нас уверяли, что время фронтовых войн закончилось, и сейчас время позиционных, локальных столкновений, диверсионных столкновений. Что «Ура за Родину» или «Ни шагу назад» — это в прошлом. А на моем личном боевом опыте оказалось все наоборот. У нас была оборона Семеновки. Это поселок, который, от которого зависела жизнь города Славянска. То есть, если вам укрсми докладывали, что город Славянск окружен, то это была ложь, потому что поселок Семеновка был в наших руках. И по нему мы получали все необходимое, и гуманитарку, и продовольствие. 45 суток мы его, этот поселок, обороняли, и там действительно было ни шагу назад. Соотношение сил было в голову трудно вложить. С нашей стороны было 3,5 сотни человек, с обратной стороны десятки тысяч. Ну, 10 тысяч точно разведка докладывала, что около 10 тысяч с той стороны. Был бой с самолетами, вертолетами, танками, БТРами с той стороны. У нас ребята сидели в окопах. Бой длился 8 часов. Это был 41 год. С приказом ни шагу назад. Самые яркие. Противотанковые дуэли с ружьем 43 года. Оба имели смертельный случай. Ну, наши ребята были вооружены оружием, которое лежало на складах. И нам достались так называемые ПТРД и ПТРС, это танки, это ружья противотанковые 43-44 года. Они эффективны против танков того же времени, 43-44, а приходилось воевать с танками 80-90-х годов. Вот. При удачном раскладе можно заклинить башню там, или сбить гусеницу. И вот было два разных боя. И ребята, в одном случае расчет сидел в окопе, и ему не видно было танка, который обстреливал наши позиции, как раз вот в тот бой и шел. И он вылез из окопа, занял другую позицию, вышел на прямую наводку и вел дуэль с этим танком, с этого ружья. Он выстрелил 5 или 6 раз по этому танку. Вот. Танк ответил несколько раз и убил этих двух ребят. Второй случай подобный. Парень, 21 год, он с этого же ружья остановил танковую атаку. Было два танка, один БТР, личный состав с той стороны. На позиции было 14 человек, у этого парня было противотанковое ружье. Он вел с ним дуэль, эту противотанковую. И сбил ему гусеницу, танк оттащили. Атака захлебнулась, но парню по голове снесло снарядом, 21 год.